сейчас будут дублировать свои движения, да? Вот так вот я уже вижу возле кепки. Нам тоже надо дублировать. Всем привет, с вами Ландау. Сегодня смотрим реакцию на антимани, на майни. Да. Майнивны с вами. Всем привет. О, сегодня у нас реакция на реакцию антимани на майни, ребята. То есть сегодня у нас вот такой вот интересный, очень познавательный контент. Стоп. Подожди, у нас будет не так. Это сейчас у нас будет, у него будет реакция на реакцию антимани на майни. Реакция антимани на майни? Майни реагирует на реакцию антимани на майни, а мы реагируем на реакцию майни, на его реакцию на антимани, который сейчас реагирует на майни. Мы же просто на антимани рекламируем. Нет, антимани сейчас будет смотреть реакцию на майни. В мысли? Вот же майни. Он смотрит антимайни. А да, антимайни сейчас будет смотреть реакцию на майни. Как антимайни может смотреть? Ну так написано, реакция антимайни на майни. Так написано, но он же смотрит... Нет, он просто не дописал, что он его смотрит. Он смотрит антимайни. Нет, вон сидит антимайни и смотрит реакцию на майни. Ты понял? Ты понял тут, какое мультивселенная происходит? Подожди. Ага. Смотреть. Ага. И я таким был бибибритный маффин, спасибо. И сегодня я буду снимать реакцию. Злой какой-то, да? Это вообще негативный. Он просто мрачный. Гадкая видеоанимация против Майнкрафта, потому что майни гадкий. Факт. Капец, факты. Пришел меня воровать. Я майни, и я очень... Жесть, вы гляньте, он своровал его. Нет, так он добряк получается тут, а этот злой. Я пришел украсть вашего антимайни, чтобы спасти вас от злой. Злости. И, конечно же... Так ты... Это пришел рекламировать что-то или что? Я не поняла. Так, злой, ты своровал человека. Жесть, тебе в полицию надо звонить, ребята. Алло? СБУ? Ворует людей. Я чувствую, это видео потом разойдется по заказам. Господи, это будет какой-то коллаб. Просто вообще. Можно снова к майне вернется. Кажется, к майне вернется, стопудово. Майни-шоу, поэтому, ребята, да. Еще рекламу впустил в магазин. Автор покушает. Кстати, хороший магазин, мне кажется. Автор покушает, в случае, если через магазин купят что-нибудь, конечно. Ну, типа, да. Ну, мне кажется, тут, ну, майни так себе, но магазин хороший. Вот что-то есть подозрение какое-то такое. Steam пополнение. Всякие... Он же с роли Нет, с роли майни. Старцы и прочее. Слыхал. Короче, антимайни реагировал на майни, но майни пришел, украл антимайни, чтобы рекламировать свой магазин. Ты понял? Описание. О, еле отбился. Ой, блин, а я его закрываю. Этого... Ой, блин, аж цензура появилась. Это у меня баг какой-то, извините. Давай. Вот так. Отбился, ребята, давайте смотреть на этого старого. А представляете, если бы мы тоже маленькие, если бы мы тоже были вырезаны на зеленом фоне, куда бы нам приходилось бы себе ставить? Знаешь, внизу была бы такая куча, такая пак-пак-пак-пак-пак-пак голов. Гаденыша. Согласен. Они с вами. Не, ну согласен, даже противно смотреть. Согласен. Ой-ой-ой-ой. Да. Ну вы гляньте на него, ну чисто. Слушайте, так можно делать? Проматывать видео? Я сейчас уже не понимаю ничего. Где кто куда смотрит? Короче, антимайни сказал, боже, настолько ужасно, что не хочу смотреть видео. И проматывал видео, видимо, с майни со старым. Я говорю, а так можно делать? Я бы все реакции проматывал. Ну не все, но некоторые точно. Блять, в кепке дома ходит, блядь. Ну дурак, блядь, ты просто, ну, блядь, в кепке дома. Еще не ну дурак. А кресло, у него кресла нет, гляньте, у него кресла нет, вообще лох. Без кресла, блядь. Понимаю. Ну, сразу видно, вот эта реакция свои тупые снимается, ничего больше не умеет в своей жизни. Факт. Факты. Я считаю, это реакция на это. Факт. Это все? Это все реакция? Я вернусь обратно. Факт. Закончено. Моя реакция то, что он отстойник. Подписывайтесь на канал Антимайни. Всем удачки и всем пока. Ну, не, ну я не знаю, а ну тут. Слушай, а удобно? А тема? Помнишь, мы с тобой хотели посмотреть наши старые реакции на кого-нибудь? Может, тоже так правда сказать, господи, какие у них рожи кривые, иди нахрен, и все, и закончить. Понимаешь? У нас нет альтер-эго. Ну да. Ну, да. Нет, у нас есть просто... Мы во времени постарели. Мы же просто старые, типа, старые. Ну, да, на пару лет, судить, понимаешь? Да. Только я не знаю, кто он, конечно, этот антимайни. Впервые его вижу. Как и майни. Но видно, что майни гадкий. Абсолютно. Но вообще неприятный персонаж. А вот антимайни видно, что только чисто на языке фактов вообще. Подожди, если он не знает, кто такой майни, и он не знает, кто такой антимайни... Значит, он сейчас не майни. Значит, он сейчас мацни? Он сейчас... Мацни, точно! Нет, мацни должен быть без кепки. А, бля. Так что тогда а это? Кто тогда он? Ты кто? Кто воин? Кто ты воин? Кто ты, Ахиллес? Ну, то есть нормально. То есть хорошее видео, мне очень нравится антимайни, классный персонаж. Спасибо большое за донат. А это все? Это самое главное, да. Я заказал тоже, спасибо за донат. Спасибо. Неплохо.
можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.